Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama Hare 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 Rama Hare Rama Guru Tattva, why necessary Guru Tattva, and accept Guru Dev, why to need, yeah. What is the glory of Guru Tattva? And some mixed with Harikatha, how this human being very rare, you know, this is this, everything mixed with Harikatha. Stand up. Yeah. Раджа Вилас, он как дед приедет? Махараси, чтобы хотел поговорить с ним. He said he will come, but he's not here. Ом агьянам тимирандасья агьянам джанашалакая чакшур милитам яна тасмай шри гураде намахам
Каруте Вачана. Гамлам Гайте Гирим Яд Крипатам Карам Ванде. Парамананда Мандавам. Намаха Вишну Падая. Радикая Приятмане. Шри Шримад Бхакти Веданта. Нарайна Юти Намине. Ванча Калпатару Яшча. Хари Кришна. Kripa Sindhu Vivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Шипат Бхактивиданта Шридхара Махарадж попросил меня рассказать немного о Гуру Татве. Мне так неудобно, когда это громко. Если вайшнавы хотят. Просто обычно те, кто переводит, у них очень чувствительные уши. Это громкие звуки, они очень сложно. Махараджи попросил рассказать меня о Гуру Татве, о том, о необходимости принять Гуру. И о том, какая особенность нашей линии, какая особенность ачари нашей линии, какая особенность моего Гуру Махараджа. Я, наверное, начну с объяснения стиха из Бхагаватам, который представлен в 11-й песне. То есть в начале, когда Шри Нарада Муни, он попросил Шилу Вьясадева открыть истинное, чистое знание, абсолютно свободное от обмана, кармы и гьяны, тогда Шилу Вьясадев стал писать Шримад Бхагаватам. Он Нарада Муни попросил его писать Кришну, Шри Кришну, Верховная Личность Бога, описать трансцендентный божественный Вриндаван, описать Вриндаван, рассказать о любви в Раджавасе. И тогда Шрила Вьясадев, он начинает открывать эту истину. Но он начинает писать о ней не сразу. Он начинает сначала писать о первой песне, которая о этом материальном мире. Он начинает писать о том, какие инкарнации есть у Господа. Он начинает писать о том, какие правители в этом мире есть, полубоги. Он начинает писать, какая разница между полубогами и Верховной Личностью Бога. Он все это пишет для того, чтобы душа, обусловленная душа, когда услышит о Шри Кришне, о его божественных играх, чтобы она не имитировала его, не подражала ему, а для того, чтобы захотела обрести эту чистую, прекрасную любовь в Раджа, не смешивая ее со своим материальным опытом, чтобы она не подражала Господу о том, как Верховная Личность Бога ворует, как Верховная Личность Бога ворует масло, как Верховная Личность Бога ворует одежды, как Верховная Личность Бога танцует с другими женщинами, с другими женами даже, чтобы обусловленная душа не вздумала даже приравнять себя к Верховной Личности Бога. Для этого Шрила Вьясадев пишет 9 первых песен Шримад Бхагаватам. Потому что кто ворует эти одежды? Тот, кто является основой этих одежд. Все в духовном мире, так же как в материальном, все состоит из Кришны. Это не просто кто-то что-то ворует. Когда Кришна ворует масло, он же сам это масло. Когда Кришна ворует масло, он же сам эти гопи. Когда Кришна танцует расалилу, когда Кришна наслаждается самой высшей формой божественной любви Господа, самой высшей формой поклонения Господа, это его собственная энергия, это он сам, там нет ничего постороннего, там нет того, с чем мы сталкиваемся каждый день здесь, в этом грязном мире. В этом мире
смерти, обмана, презрения. Там нет ничего подобного. Ради того, чтобы мы не совершали такую ошибку, говоря о Враджа-бхакти. Для этого Шрила Вьясадева пишет первые 9 песен. Итак, в 10-й песне он уже описывает сам трансцендентный Вриндаван, где описывает любовь Враджа, где описывает любовь Гопи. И позже, в 11-й песне, он уже начинает объяснять процесс, по которому можно достичь эту высшую цель. И там он пишет «Лабхасуду бахам». Лабхасудур лаба лабхам бахо самбхаванте манушья маратхадам идам апиха дхираха тарор ятета напатета ни анум анумитя яват нишвея сая вишая ята сарвата сьят. В этом стихе Шрила Вьясадев обращается к обусловленной душе и просит ее. Он говорит, то, что у тебя сейчас есть, то, что ты не можешь оценить, эта жизнь, она очень дорога. У тебя это редкая возможность, потому что жизнь человека — это очень редкая возможность. И ее нужно расходовать правильно. Ее нужно расходовать особо внимательно и бережно, потому что жизнь человеческая, она очень коротка и в высшей степени цена. Я не буду сейчас говорить, насколько это редкая возможность стать человеком, потому что это тогда я не смогу говорить по гуру-татве. Но вы, вероятно, все много раз это слышали о том, как редка на самом деле наша жизнь. Как нам повезло среди всех остальных сейчас душ в этом мире, которые находятся в бактериях, которые находятся в деревьях, в лесу, в животных, в птицах. Как нам повезло по сравнению с этими душами. Сейчас просто наш черед обрести высшее благо, обрести то самое, что описывает Шрила Вьясадева в 10-й песне Бхагаватам. Наступил наш экзамен. У каждого Господь даст каждой душе эту возможность. Сколько бы ни было джив в этом мире, сколько бы ни было душ, Господь всегда справедлив, и Он одинаково относится ко всем. Параматмана одинаково относится ко всем беспристрастно. И Он каждой из них даст такую возможность, человеческую жизнь. И именно поэтому это очень редкая возможность. Когда это доходит до нас, это просто преступно использовать ее на то, что и так доступно в других формах жизни. Нишрея Сая Бхагаван, говорит Шрила Вьясадев, он говорит, твоя жизнь сейчас для того, чтобы достичь Шрея. Шрея обозначает достичь высшее благо, высшее. Сейчас ты родился не для того, чтобы наслаждаться, как животные, питанием, наслаждением, обороны, сном. Не для этого мы сейчас родились. Жизнь человека не для того, чтобы стать счастливым в семейной жизни. Жизнь человека не для того, чтобы стать счастливым в обществе. Жизнь человека для того, чтобы стать счастливым в абсолютном смысле, для того, чтобы достичь Господа, для того, чтобы маленькая крохотная жива стала равна Господу. И поэтому эту жизнь нужно отдавать только лишь в соответствии с указанием Шрилы Вьясадева. Он говорит, эта жизнь может закончиться очень быстро. Этим материальным, крохотным, тленным, бренным телом можно достичь самое высшее и прекрасное. Но для того, чтобы достичь это, Шрила Вьясадев пишет «Тасмат сарвам, тасмат гурум прапатита, джигнасам шреям, опять же уттавам, шабде пареча нишнатам, браманию пашамашчаям, тасмат, поэтому, пожалуйста, иди вопрошай об этой шрея, иди». Ты услышал об этом? Иди теперь вопрошай. Шрила Вьясадев дает Шримад Бхагаватам, он рассказывает нам о Кришне,
Он как бы все уже рассказал. А потом обращается к Дживе и говорит: иди и вопрошай теперь об этом. Вопрошай кому? Вопрошай гуру. Вопрошай какому гуру? К настоящему гуру, который на уровне Шрилы Вьясадева. К настоящему гуру, который нас никогда не обманет. Настоящий гуру — это очень-очень редкая личность. Когда, например, Парвати спрашивает Шиву, он говорит... Гурава Бхагавах Шанти. Сисса Бита Бхарика. Махарадж, интересно, откуда он знает, про что я говорю? Somebody is translating for you, Махарадж. No? Природа вайшнавов, она такова. Ему переводчики на самом деле не нужны. Его переводчики нужны для того, чтобы он их иногда наказывал, чтобы они более-менее имели какое воспитание. То есть меня берут не для того, что я ему нужна, а меня берут для того, чтобы пролить на меня милость, чтобы я своим детским лепетом чему-то училась и получала подзатыльники. Качество гуру в себе, извините. Именно. Как там Махарадж? Гурава Бхагава Шанти Шишья Санта Витав Гурава Бхагава Шанти Шишья Витав Бхараках Дурлабам Садгуру Деви Шишья Санта Бхараках. Шива говорит Парвати о том, что настоящий гуру в этом мире очень редок. В основном мир наполнен гуру, но каких гуру? Которые используют своих учеников. Тех гуру, которые просто удовлетворяют свои желания за счет учеников. Те гуру, которые создают дополнительные страдания для души. То есть мы все страдаем в этом мире. Есть гуру, которые увеличивают эти страдания, если простым языком говорить. А есть гуру, которые освобождают нас от этих страданий. Вот те, которые освобождают нас от этих страданий, это настоящие гуру. А страданий у нас очень много. Так вот, у этого настоящего гуру описано три качества. Я вот думаю, оставить это для других вайшнавов или самой рассказать. Итак, я попробую это. Все равно повторением от учения, даже если потом они тоже захотят эту... Тасмат сарвам прападьета. Там говорится, что у настоящего гуру есть три качества, которые выделяют его от всех остальных гуру. Шабде паре. Этот гуру, тасмат сарвам прападьета, джигнасам шриям уттамам, шабде паре, чанишнатам, браманю пашамашчаям. Шабде паре. Этот гуру находится в парампаре, шабдепаре, он получил трансцендентный звук в настоящей линии учителей. Этот гуру должен относиться к парампаре. Это самое первое необходимое важное качество. В парампаре, который идет от... Есть четыре вайшнавских сампрадаи, в которых идет то же самое поклонение Верховной Личности Бога, но с разными настроениями. Шри, Брама, Рудра, Санака. И если вы хотите узнать о Шрея, если вы хотите узнать об абсолютной истине, то тогда непременно нужно вопрошать об этом от настоящего гуру, принадлежащего одной из четырех этих сампрадай. Потому что... даже мантра, полученная не из этих сампрадай, она не даст главный результат. То есть она не даст... Каждая мантра — это личность. У каждой мантры есть свое божество. Существует множество мантр. Есть мантры, поклоняемые... Есть мирские мантры, как змееловы используют. Есть мантры, в которые поклоняются полубогам. Есть мантры, которые поклоняются Верховной Личности Бога. Люди, которые раздают эти мантры, не могут
Да, сделай так, что когда ты повторяешь эту мантру, ты получил даршан этой личности. Только лишь настоящий гуру, который относится к сампрадае, дарует все необходимое. Он дарует ту шакти сампрадае, ту самую шакти, которую Кришна передал Господу Браме. Например, наша линия называется Брахма Мадхава Гаудия Сампрадая. Изначально, когда Вселенная была создана, это знание перешло от Кришны до Брамы. Брама передал ее Нарада Муни. Нарада Муни передал ее Вьясадеву. Вьясадева передал его Мадхавачарье. Мадхавачарья передал его далее по нашей парампаре до сегодняшний день. Если ты получаешь мантру в этой сампрадае, то все эти мантры автоматически, если ты правильно следуешь тому, что просят, обязательно подарят даршан Господа. Это не в наших силах получить даршан Господа. Это не так, что бы я ни повторял, я когда-нибудь получу даршан Господа. Это не в наших силах это увидеть. Не в наших силах. Мы своими усилиями никогда не сможем достичь Господа. Как Найматма Правачана Налабьо, Намедаяна Бахуна Шрутена, Найатай Ясямеева Атма. В этом стихе говорится о том, что своими усилиями, что бы мы ни делали, даже если мы в совершенстве знаем веды, даже если у нас самое лучшее красноречие, даже если мы совершаем самые сильные аскезы, чем бы мы ни занимались в совершенстве, мы никогда не достигнем Господа, Господь никогда не откроется нам. Каким образом мы можем достичь эту Шрею Верховного Господа? Только если Он сам кого-то выберет. Вот Он посмотрит на всех и кого-то выберет, и вот Он его узнает. Это личное дело Господа, за Ним всегда последнее слово, кому Он откроется. Только лишь милостью Господа можно узнать о Нем самом, где находится эта милость Господа. В том случае, когда мы получаем мантру в одной из четырех вайшнавских сампрадай, когда мы искренне молимся Господу, тогда Кришна дарует нам настоящего духовного учителя. Получая от Него мантру, мы достигаем Его. В этом состоит милость Господа. Это шабде паре, нишчая. Шабде паре, то есть вот этот гуру в этой линии, в этой линии сампрадай, он знает суть вед, которую невозможно, как я говорила, понять своими собственными усилиями. Только сам Господь ее понимает, и только его личные представители. Пока нам вайшнавы не объясняют, что находится в Шримад-Бхагаватам и где там находится Радарани, никогда в жизни никто туда просто не попадет. Никакой самый лучший санскритолог в мире, никакой самый лучший там, самый интеллектуальный. Брама пытался своими усилиями понять, имея четыре головы, у него самое высокое сознание. У него ничего не получилось, только лишь если Кришна или Кришна в форме гуру открывает для нас знания, только тогда мы можем понять, что и как. Так вот, поэтому учитель должен находиться в этой линии, он должен получить это знание, он является представителем Господа. Нишна там. Шаты пари, ча нишна там, брамани упашамашчаям. Этот учитель должен не только в совершенстве знать абсолютную истину, не только в совершенстве может ее обосновать на основании Писаний, не только в совершенстве знать Писание, не только этой линии, вообще все знание в этом мире, он должен также непосредственно иметь связь с Господом. Он должен непосредственно видеть Господа. И в соответствии вот с этим качеством, на основании того, какая у тебя связь с Господом, какая у гуру связь с Господом,
Гуру делится на чистый гуру, настоящий гуру делится на три категории. Эти три категории не скучно вообще? Сейчас самое интересное началось. Итак, эти три категории написаны в Бхакти Расамрита Синдху Бинду Шри Рупа Госвами для того, чтобы подарить нам милость. Он пишет о том, что есть гуру, которые абсолютно самые возвышенные гуру, такие как на уровне Нарада Муни и Шукадев Госвами, Паршада Дехи Прокта называется на санскрите. Когда самые удачливые души, самые те, которые есть все качества для такой саду санги, те, которые в прошлой жизни уже совершали много-много саданы, те, тому Кришна посылает Паршада Дехи Прокта, то есть гуру на уровне Нарада Муни и Шукадева Госвами. Такой гуру просто может положить ладонь вам на голову и сказать, пусть у тебя будет бхакти, или такой гуру положит ногу и скажет, ты можешь прямо сейчас появиться на Голоке Вриндавана, и больше вас здесь не будет. Это было с Друвой Махараджем. Это описано в Брихат Бхагаватам Ритам Шивы Санатаной Госвами. Помните Гопа Кумар? Когда он встретил, ну до этого у него тоже было, для того, чтобы это получить, какую садану проходил этот Гопа Кумар. Через сколько ему нужно было пройти. Он практически по всей вселенной до самой Вайкунтхи проходил. И потом гуру положил ему ладонь, и он очнулся, и оказался, что он пастушок. Где Шинат Госвами описывает их встречу, его трогательную встречу с Кришной. Так вот, есть другой уровень гуру, настоящего гуру, который избавляет нас от страданий, который дарует нам Шрею. Этот гуру называется, это сначала простыми словами, это тот гуру, который находится одной ногой здесь, а другой ногой там. Он способен поэтому переправлять эти души до духовного мира. Мурчита Касай. Далее есть гуру, который находится здесь, но они достигли совершенства. Просто Кришна желает, чтобы они пока были здесь. Он тоже способен души отправлять в тот духовный мир. Он тоже является чистым гуру. И вся сампрадая, вся гуру парампара, авторитетная гуру парампара, она состоит именно из этих трех категорий гуру. Там не может быть оказаться никакого случайного человека. Начиная с нашей Брахма Мадава Гаудия Сампрадая, начиная от Мадхавачари, все последующие гуру, это гуру, относящиеся к этим трем уровням, как бы они скромно о себе не говорили. Помимо этого, каждый вайшнав, который старше находится нас по положению, он тоже является для нас гуру. Шикша-гуру. Есть пять видов гуру. Есть гуру, который нас отправляет, знакомит нас с духовной жизнью, нашего атма-прадаршика-гуру. Есть гуру, который подает нам мантры, это мантра-гуру. Есть гуру, который помогает нам на нашем пути, на разных этапах наших пути. И поскольку разных этапов много, поэтому может быть несколько шикша-гуру. И есть гуру, который все это устроил и придумал, Кришна. Фактически это Кришна в разных образах присутствует, но когда мы говорим Чайтья Гуру, это Гуру, который в нашем сердце, который отправляет к нам вайшнава, соответствующего нашему уровню. Для того, чтобы получить ту или иную саду сангу, нужны определенные качества. Кришна знает самый бережный, самый удобный, самый эффективный способ, он всегда нам помогает. Все, что не делается в нашей жизни, что бы с нами ни происходило,
Это все делается для нашего блага, для того, чтобы мы пришли быстрее к Кришне. Особенно, когда нас наказывают. Итак, тех гуру, которые отправляет нам Кришна, Кришна нам дает Писание, и Кришна нам дает разум. Вайшнавы учат нас, как быть разумными. Вайшнавы дают нам мозги. Настоящий гуру дает мозги, по которым мы можем видеть, где хорошо, а где плохо. Вначале мы этого не можем делать. Чем больше мы учимся у гуру, у вайшнавы, тем больше мы начинаем видеть и понимать. И третье качество настоящего гуру — это его отречение. Это то качество, когда финиш, Махараш, один из статус спика получила, когда дай фигу. Мам, 5 минут, Махараш. 5 минут. Что он говорит? Говорит, что когда я буду переводить, тогда я буду говорить, сколько мне нужно. Махарадж, Шлока, он have 5 minutes necessary, please. 5 minutes. Just. Because if I didn't finish my sentence, Махарадж. Окей. Третье качество гуру говорит о том, что этот гуру не привлекает ничего материального. Он не может быть обольщен ничем материальным. Этот гуру, он никогда не будет думать о том, что может жить как-то вне гуру. Этот гуру никогда не будет кому-то отдавать свою любовь, кроме Кришне. Он будет воспринимать всех как своих друзей. Это настоящий гуру. Настоящий гуру свою любовь отдает только Кришне. Шипат Бхактивиданта Шидар Махарадж, он с детства, он никогда ни в кого не влюблялся, никогда не женился. Он с детства мечтал только лишь отдать свое сердце Кришне. Он так же, как мой Шрила Гурудев Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, только сейчас приступила к этому. Они оба пришли в Шри Сампрадаю, в семью вайшнавов, возвышенных вайшнавов. Шрила Гурудев, он очень особенный. Преданный еще прославят Шрила Гурудева. Я просто хочу сказать, что, пожалуйста, как Шрила Гурудеву не нравилось, когда мы начинаем быть горделивыми, когда он говорит, когда вы прославляете своего гуру, никогда не ставьте, если вы в присутствии учеников с другими гуру, никогда не ставьте своего гуру выше, чем другие гуру, чем другие подлинные гуру, потому что это может обидеть учеников другого гуру. Если ученики одного гуру собрались, можно говорить, какой у нас самый замечательный гуру. А когда присутствуют ученики разных гуру, потому что это свойственно любому ученику, то нужно понимать о том, что это одно шакти идет через всю гуру парампару. Это одно шакти. У каждого из них может быть разное настроение, но мантра одинаково сильна. От какого бы гуру, от настоящего гуру, авторитетного гуру, вы ее не получили в этой парампаре, вы будете иметь одинаковый результат. Поэтому, когда мы прославляем своего гуру, нужно быть очень осторожным. Шрила Гурудев говорит, никогда не спорьте со своими духовными братьями и сестрами, и никогда не обижайте других, старайтесь уважать всех, и без милости гуру ничего невозможно. Потом договорю. Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Махарадж объясняет сокровенное значение, почему же мы все-таки поднимаем руки, когда говорим Нитай Гаура, Гари, Гари Бол. Why you are raised hand? Tell me. Yes. Like this, if one son go to leave of mother, then he will like this. Then his mother, then he take to leave this child. Когда ребенок хочет забраться на руки своей матери, что он делает? Мама, подними меня.
Вот, вот таким же образом мы поем. Не дай Гоура Харе и Бол. So, and when in a carpool, in a carpool, carpool when some fight, nobody, but in carpool. What is that? Speak more, I will understand. Oh, this is when somebody, when some fight, Muslim, Hindu, Muslim, nobody going. Yes, I understand. Другое значение, почему же мы поднимаем руки и говорим «Не тай гора, а гори бол» обозначает, когда ход сражения уже ясен, и когда видно проигравшему, этому проигравшему, чтобы сохранить свою жизнь, он поднимает руки и сдается. Так, «Не тай гора, а гори бол». Чтобы его не убивали больше. So you are sometimes, you know, you are raise our hand. The once, you know, Draupadi, she asks to Krishna, oh Krishna, when Dushasan, he wanted to naked to me, I am cult you very long time. Why you did not came? Why do late? Однажды Драупади обидчиво говорила Кришне, Кришна, почему тогда в этой критической ситуации, когда Душасан пытался сорвать с меня одежды, почему ты мне помог не сразу, почему я переживала все эти ужасные моменты? Yeah, then Krishna telling O Draupadi, you calling, but calling to outside, but from heart you did not call me. Well, Prabhupada can tell this thing. Krishna telling tell truth, when Dushasana bring to you, this is the assembly, that time you think, Dushasana, what can he do? Me, I have five Hajivan. That time Bhima is the old wall, very big fighter, you know, Gada. He claim, you know, what telling him. And Arjuna is the big, the Gandhi, you know. So there are five person, they're very big fighter. Well, what, you know, Dushasana, what can he do to me? When he came to there, he also calling to Krishna, but he looking this husband. Must that husband protect to him. Then Krishna telling, O Draupadi, I try to save you. I came to halfway. I am that time I have returned. Well, why? Well, that time you looking to your husband. Maybe they are help you. If there are your five husband saved you, why I came to come between? So I am returned from there. Когда Драупади спросила Кришну, Кришна, почему, когда меня привели в этот тронный зал, почему я так долго искала помощь, почему ты мне не помог сразу, почему я проходила через эти моменты позора, мое унижение. И тогда Кришна сказал, ну, потому что ты просто не звала меня на помощь из своего сердца. Он говорит, ну как это, ты разве не видел, в каком я была положении? Кришна говорит, когда я видел, что тебя ввели в тронный зал, я знал, что там будет, ты думала, ну что сделает мне этот Душасан? Ты подумала о том, что у тебя есть пять таких замечательных мужей, один Бхима со своим огромным булавом, кто может сравниться с этим Бхимой, другой Арджуна со своим луком Гандива. Ты смотрела, искала помощь у них, поэтому я уже шел к тебе, а потом я увидел, что ты обращаешься за помощью к мужьям. Я подумал, ну зачем я буду становиться между тобой и твоими мужьями? Я вернулся назад. Then the Krishna telling Draupadi, I try to very close to you, try to save. Well, again I am returned. Well, why you returned? Well, when you saw these five Pandavas that did not speak anything, why already he to telling last to Parvati, Draupadi by this gambling flying? So when they did not save, then you saw there are so many Guru Varga, Pitamaha Bhishma, Dronacharya, there are Kripacharya, Dhritarashtra, there are all father, you know, fathers, there are everybody Guru Varga. I am the Kulabhadhu here. So must they are telling something, you know. But when you look to that time, see the look to they are telling something, but they are did not telling anything. Then telling, O Draupadi, if you think they are also same to you, so why I come to between? So I am left, again I am left. И затем Драупади, потом Кришна говорит, я бы и тебе и потом в следующий раз помог, когда увидел, что мужья тебе не помогают. И я даже пошел к тебе, чтобы помочь тебе, но потом опять вернулся назад, потому что увидел, ты стала просить
у помощи у Бишмы, у главы семейства, стала просить помощи у гуру, у Дроначарьи тогда. Поэтому я снова вернулся назад. Yeah, then Krishna telling Draupadi, again I try to save to you, calling very close to I came, but that time you, I saw when these five Pandavas did not save you, their Guru Varga did not save you, then you himself catch your cloth, and he try himself, you save to herself, and this is the teeth, you know, these teeth, they are also try to save you, but so I am very come to close to save you. Again I am returned. But when you saw anybody they are not save you, you yourself cannot save you, that time you are doing hand like that. This our India, hand like this meaning if somebody protect us, only Lord. You know Lord, that meaning, oh Lord, only you are such a person, only you are save you. This material or anybody cannot save you. When the two hands doing like this, hey Govinda, Ratha Sarana, Apta Jivanari, meaning, oh Krishna, only you are, only my protector, no else. So you kindly save me. That time I am manifested by cloth, you know, that cloth. I became cloth surrounding your body. Mm-hmm. You know, this Dusasana have so much power. But this all power finished, their sari, so many sari, like this mountain sari. But this sari never cannot finish sari. Затем Кришна говорит, потом ты стала искать помощи у Бишмы, Девы, ты стала помощи искать у Дроначарьи, и увидела, что они тебе не помогают. Тогда я думала, опять пойду тебе помогу. Но ты стала, потом я увидела, что ты пытаешься своими собственными усилиями. Ты можешь это сделать? То есть Драупади, когда Драушасана снимала, срывал с ее одежды, она силой старалась, придерживалась их, она даже зажала у себя их в зубах, чтобы у него этого не получилось, но все было бесполезно. И тогда она просто подняла руки. Когда мы поднимаем руки, обозначает, никто не спасет нас в этом мире, кроме него. Нет никакого другого больше спасителя. Поэтому, когда ты позвала меня, вот тогда я легко все исправил. Тогда вдруг, сколько бы душа сам не стягивала эти одежды, эти сари не становилось меньше. Сколько бы силы не было у душа саны, он просто мог часами срывать это сари было просто бесконечное. Yeah. So that meaning you are Nitai Gauru Premanande. Вот это обозначает. Nitai Gauru Premanande. So you are raising hand. So every raise hand and chant and clapping. Поэтому все сейчас хлопайте в ладоши и поднимайте руки для него. Hari bol, Hari bol. Hari bol, Hari bol. Hari bol, Hari bol. Hari bol, Hari bol. Hari, Hari, Hari bol. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga Jaya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Try listening to about some Guru Tattva and also some pastime of our Gurudev. Your last agenda. Сегодня, Махарадж, мы будем говорить о Гуру Таттве, будем говорить о Шиле Гуру Деве, и в конце о Говардане. Okay, so now you are heard Nagara Didisi telling about some Guru Tattva, telling our all scripture, telling Adya Bhanteja Madhyaja Guru Sarvatra Giyate. This first, middle and last, everywhere if you saw the scripture, everywhere glory of Gurudev, everywhere. Писание с самого начала до самого конца, куда бы мы ни посмотрели, они будут говорить о славе Гуру. Yeah, so this name is the Guru. Guru meaning, this is some Sanskrit word. Go meaning darkness, Ru meaning who is the move our heart, all kind of darkness. Имя, название Гуру, слово Гуру, обозначит, состоит из двух слов. Гуру, Гу — это тьма, мрак, в котором мы находимся. Ру, он выводит нас из этого мрака. Yeah, so you saw this material world also. If somebody doing some bad karma, smoking, drinking, you know, gambling, stealing, you can say they are also without Guru, they cannot learn this thing. Must there are somebody teaching, somewhere say, look, learn, then they can see, do this thing. If you aren't achieve this, learn, who is the complete transcendental, who is the adhaksaja meaning, you know, he is the complete beyond of this maya. So if you want achieve to them, scripture telling, if achieve this Lord, then you are all kind of suffering, miseries, completely finishing. That Sunday said, without Guru, how can achieve that person? В любой деятельности нам нужен учитель, даже если это совершенно дурная деятельность. Каждый человек, который курит, имел для этого своего гуру. Каждый человек, который пьет, имел для этого тоже своего гуру. Чем бы человек ни занимался, он прежде видел, как другие это делают, от них этому учился. Когда мы говорим о высшем, о трансцендентном, о божественном, тут никак не обойтись без гуру. Если даже для такой низкой деятельности нужен гуру, то что говорить о том, чтобы достичь то, что вне нашего
восприятие вне нашего воображения. Для этого нужен особый гуру, тот гуру, который подарит нам это высшее божественное. Yeah. So himself, who is the, our supreme personality, Godhead, Aishad Sri Ram, even he is the supreme personality, Godhead. But when he try to anything, maybe Usadhi Ramayana, Bhashri go to Gurudev. Gurudev, what can I do? Can he give, you know, give to advice? How can I do? So every time Ram always asked this Guru. So without Guru, he never do anything. So our India, when there gives an example, you know, they, oh, this is Ram Rajya, meaning Ram Rajya, meaning that anybody not suffering, everybody happiness, even there is the animal, birds, they are also happy, they are not any problem, there will be happiness life. Why? Ramchandra, what he doing? Guidance of Gurudev, he doing everything. Когда Господь приходит в этот мир, Он всегда показывает самую главную лилу о том, что Он принимает учителя. То Господь Рама, когда пришел в этот мир, Он тоже принял учителя. У Него учитель был Васишта. И что бы Рама ни делал, Он всегда просил разрешения, благословения своего учителя. Именно поэтому Его государство было совершенное. У нас в Индии называют те государства, которые процветают, их называют Рам-Раджа, поскольку государство может процветать в том случае, когда идеальный царь, когда он идеально следует всем правилам. И вот Рама, когда он пришел в этот мир, он учил нас о том, как идеально править государством, он учил нас всем правилам этого общества. И первое, чему он учил, это нужно принять гуру, под чьим руководством нужно заниматься своей жизнью под руководством своего гуру. Yeah, there give example, you know, how I need to, you know, there give example like this before you heard, like this any machine in this mic. When he made this machine, somebody also himself he make some menu. Himself he make, who the made this mic, he himself made this menu. Who is switch up, who is the bharuad, who is the urn, everything is explained. If you nicely operated this machine, if you read this menu and operate it, then nicely can operate it. Without reading a menu, if you operate it, you can, you know, this machine became best. So like this, when Lord he create this material wall, you know, I am not created the Lord. When he created, he also make some menu. If you want this material wall, how you can become happiness? He everything, like the Bhagavad Gita, this menu. Bhagavad, Ved, Puran, he also manifested, you know, Lord. Then if you want peaceful life, this material wall, if guidance of this Ved, Puran, Upanishad staying, then you can staying happiness without, you cannot stay this happiness, this material wall. Why this material wall is jail? Итак, например, для того, чтобы создать этот микрофон, был человек, который его придумал, сама идея микрофона. Изобретатель этого микрофона также и объяснил, как им пользоваться, о том, какое электричество ему нужно, куда его подключать, как он работает, куда нажимается. И если человек этого не знает, если придет человек, который совершенно не знает никакую технику и будет что-нибудь с ним делать, микрофон просто сломается. О том, что этот микрофон нельзя ни в воду пускать, ни стукать о стену сильно. Так вот, точно так же этот мир, сама его, за его идеей, за этим изобретением тоже стоит определенная личность Господа. И поскольку это его идея, он и знает о том, каким образом нужно жить в этом мире. Для того, чтобы стать успешным в этом мире, нужно тоже определенное руководство. Например, к этому микрофону прилагалось руководство по пользованию. И точно так же и Бог, который создал этот мир, тоже приложил руководство по пользованию этого мира. Руководство по пользованию — это Бхагавад-гита, которое Кришна говорит. И если человек хочет стать успешным в этом мире, ему нужно узнать об этом руководстве по пользованию и ему следовать.
So this is Bhagavad Gita, he's telling, you know, jat karasi, jat snasi, jat johasi, tadasi, jat. Krishna telling, what you can do? You can everything do for me, everything offer to me, yeah? And without anything doing for me, then binding this material world. So Krishna telling, man mana bhava, your mind only gave to me. Mad bhakta bhava, if you want to make devotee, only make my devotee. If you want to worship, only worship me. If you want to pranam, only pranam to me. Then you can free up this material existence. Then you come to Golok. So Krishna telling, sarvadharman paritya mam ekam saranam praja. If you, you know, this take this material world, if you follow this Bhagavad Gita, then you will become a happiness life. Now coming question, who is the gave this instruction? This instruction only gave this Gurudev. So Ram, you know, he everything follow to Gurudev order. When he is the king, he is the king, and this every, this praja, what telling praja? This praja, praja meaning their present tense, they are, you know, they are followed to order of this king, this king is the devotee, then what happening? Everybody telling, everybody chanting this holy name, everybody worship to Lord, everybody, you know, to puja to Lord. If this whole world, they are chanting this holy name, everybody worship to Lord, then this complete this world became Ram Rajya. Mm-hmm. It is a very peaceful life there. Mm-hmm. Итак, у этого мира есть руководство по пользованию Бхагавад Гита. И в Бхагавад Гите черным по белому написано: если ты хочешь быть успешным, то тебе нужно всю свою деятельность, яд короси, яд аснаси, все, что ты делаешь, делай это для меня, говорит Кришна. Кришна создал этот мир. Кришна является... So, you know, this is life of bhakti, you know, telling you the very, very, you know, you are every day want to make a party. Krishna telling... What I telling this? Jat karosi, if somebody think, oh, this maybe this life, spiritual life may be very, very difficult life. Well, this is not very difficult life, it's very peaceful, very happiness life. You know, you are, when you want to go to party, you become so happy. Oh, today you want to go to party. This party, what they are doing, they are doing three things. One is the dancing, one is the singing, one is the eating. You know, party, they are always doing three things. Krishna telling, why between doing party, every day you can do party. Yeah, if you are singing, then you sing my name, you know. Now you are singing. If you want, you know, if you are dancing, you are every day doing dancing, doing Krishna Kirtan, doing dancing. If you, you know, this is the eating, every day making nice pizza, pasta, halwa, you know, making very nice, you know, delicious fruit and offer to me every day. Why one day party? Why not do every day party? So Krishna telling, jat karasi, jat snasi. What you can do? Everything do for me. Every day make the new party every day. Uh-huh. Итак, Кришна в этом руководстве по пользованию Бхагавад Гиты пишет, яд короче, яд аснаси. Все, что ты делай, делай для меня. Все, что... Потому Кришна указывает, почему он указывает для меня? Он находится в центре всего, он находится в центре мироздания, он является основой мироздания. Если всю нашу деятельность направить именно на него, то тогда любая деятельность будет успешна по определению. И Махарадж сначала объяснял о том, что если каждый из нас применит это правило, это руководство по пользованию. Кришна говорит, все, что ты делаешь, делай для меня. Если я это применю, если он это применит, если они это применим, мир сразу преобразится. Если много людей будет это применять, все будет направлено в одном направлении. Наступит та самая гармония. Если бы Рам Раджа обозначает о том идеальное государство. Идеальное государство, идеальная страна, возможно, только лишь в том случае, когда все делается под руководством, идет в нужном направлении. Это та самая истина, куда должны быть направлены все наши действия. Махарадж говорит,
Ну, если ты любишь вечеринки, Кришна говорит, чем бы ты ни занимался, но любишь ты вечеринки. Ну и замечательно, делай эту вечеринку для меня. Сколько тебе нравится вечеринок, столько ты их и делай, просто для меня. И чем больше, тем лучше, пожалуйста. На что этих на вечеринках делают? На этих вечеринках вкусно кушают, танцуют и поют. Так вот, ну Кришна говорит, ну и замечательно, делайте вечеринки, делай просто все это для меня. Махараджи говорит, мы вот тут вот кушаем, поем и танцуем. Мы посвящаем это Кришне. Вот это вот в соответствии с руководством по пользованию этого мира. Если человек это делает, то тогда он становится успешным. Хорошо. So this is the so necessary, you know. So you are today try to listening some about Guru Tattva and first time of some Gurudev glories. Okay. So I asked to some who is the Gurudev some disciple here. I try to ask them. They can telling some Gurudev some glories. А сейчас я попрошу учеников Гурудева, чтобы они рассказывали Гурудеву. Это на самом деле огромная милость для каждого из нас. Даже когда мы что-то говорим своим детским лепетом, хотя бы просто одну пранаму мантру, Гурудев будет очень доволен, он подарит все свои благословения. Хорошо. Блеси Гуруджи Махарадж ки. Хари Кришна. Хари Бол. You can speak something about Гурудев? Little bit. Ом Агьянати Мирамасья Агьянанджина Шарабая Чакшуру Миритамина Тасмай Ши Гурави Дмаха. Милость Кришны проявляется через его посланника, через чистого Вайшнава, который наделен особой милостью любить и передавать свою любовь к Кришне. Шрила Гурудев необыкновенным образом проявил все эти качества. Качество любви, качество преданности Шримати Радхе Кришне. Я лично знал Гурудева 12 лет. И мне в моем личном опыте казалось, что он является прозрачным посредником. Через него, через его глаза можно было чувствовать трансцендентный мир. Однажды лично я спросил Гурудева: «Гурудев, пожалуйста, освободите мое сердце от материальных привязанностей, дайте мне шуда бхакти». Я сидел возле Гурудева буквально полтора метра, и Гурудев посмотрел на меня и сказал своими пронзительными взглядом, своими голубыми глазами, он настолько глубоко зашел в мое сердце, я сразу почувствовал, что весь трансцендентный мир за ним стоит. Он сказал: «Внимательно слушай Харикатху, изучай Писание, всему следуй и проповедуй». Дал 4 наставления поэтапно, которые дают нам возможность также почувствовать чудо бхакти в сердце. Шрила Гурудев необыкновенным образом проявлял очень много разных лил. Я хочу сказать, что, опять же, просто мой личный опыт, что он знает прошлое, настоящее и будущее. Многие преданные рассказывали, что Гурудев непосредственно подходил к ним и говорил нечто. Также он мне тоже сказал мои анархии, сказал, что он мне делать, сказал, что я каждый день слышу, как ты поешь кирданы. Когда ты поклоняешься алтарю, я все это принимаю и передаю Шримати Радхе Кришне. Трансцендентная личность, трансцендентный гуру, который двумя ногами стоит в духовном мире, уполномочен самым широким образом проповедовать послание любви. Шрила Гурудев сказал, что наша санга самая могущественная в этом мире сейчас, в данный момент. И она может изменить лицо всего мира, если мы будем должным образом следовать его наставлениям. Следуя наставлениям чистого Вайшнава, который пришел с духовного мира, можно преобразить себя и весь мир. Поэтому мы должны всем сердцем своим предаться наставлениям
Шива Гурудева. Вани означает следовать наставлениям гуру. Вапу это означает непосредственное общение. Непосредственное общение с гуру может быть кратковременным, но Вани, послание Гурудева в его наставлениях заключает все трансцендентное знание и связь с Кришной. Поэтому если мы будем предаваться в каждый момент своей жизни, каждый день, каждую секунду наставлениям Шива Гурудева, мы обязательно придем к конечной цели. Мы получим бхакти, любовь к Богу и сможем передать это всем остальным. Поэтому давайте стараться служить Гуру Кришне. Всем вайшнавам. Хари Кришна. Ванчи, как вы говорите? Who is the came to recognize? Tell it, who is the came to Gurudev? They are very, 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 very fortunate person. Who is the came to Gurudev? Те, кто пришли к Шри Гуру, это необычайно удачливые души. Yeah. Why? You know, our scripture telling when very, very, very fortunate person, they can come to Sadguru. Ordinary person cannot come to the Sadguru. Обычный человек не может сам прийти к Садгуру. Это только может произойти благодаря Кришне. Yeah. So our Maharaj, he is the Sadguru. Why? Herself, Radharani, she herself told this thing. He is the my, you know, he is the my intimate, you know, this Sakhi. She is the my one Sakhi. Наш Шрила Гурудев, Шри Шримад Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, является садгуру. Сама Шримати Радхарани объявила всем об этом. Yeah, so in Vrindavan, one time Radharani herself, in their Vrindavan, there are some famous temple Seva Kunja. Herself Radharani, she gave to dream to this Pujari, oh, they are Narayan Maharaj, is my own Sakhi, yeah, is my own Dasi. You can go and give this some special prasad we gave to him. So himself Pujari came and gave to him and telling direct Radharani she gave to order to me, gave some prasad, gave some donation. Well, no, I everywhere take donation, here I cannot take donation. Why? Radharani herself, he sent to me, gave prasad. You are not ordinary person. Radharani herself told this thing. Однажды до ухода Шрилы Гурудева, за год до этого на Картику, произошло такое событие. Пришел Пуджари Севакунджа. Севакунджа — это один из главных храмов Вриндавана. Пришел Пуджари Севакунджа и принес Махапрасадам от божеств. И когда он, Шрила Гурудев был тогда занят, он, Мадху Махарадж хотел взять у него этот Махапрасадам. И Пуджари сказал, нет, мне велено передать его лично в руки. И подробности он не раскрывал. И тогда он долго ждал, пришлось долго ждать, пока у него была возможность потом прийти к Гурудеву, и он передал ему прасадам. Он ему сказал о том, что сегодня ночью, благодаря вам, мне пришла Шримати Радхика во сне. Он получил ее даршан и сказал, что чтобы я отнес вот этот прасадам вам. И он сказал, что отнеси это моей дорогой служанке. И поэтому я так счастлив, я так вам благодарен о том, что благодаря вам я получила ее дарша. И тогда Шрила Гурудев, ну обычно пуджари, они могут для красного словца сказать все, что угодно. И тогда Гурудев, обычно ты даешь пожертвование какое-то этому пуджари. А этот пуджари говорил, нет, мне никакие деньги не нужны, вы что, я вам так благодарен, я благодаря вам получила даршан Шримати Радхики. И он с таким почтением потом удалился. И Шрила Гурудев потом на Картике, это было как всем раздавал этот прасадам, который послали Севакунджа. Yeah, Gurudev ki. Shrila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki. Tell some loudly. Tell. Give jaykar loudly. Papa громче Maharaj сказал. Bole Nitalila Pravishna Shrila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki. Harsha. You can speak something? Yeah. Little, I try asking, who is the Gurudev disciple, everybody I try asking. Maharaj постарается спросить каждого ученика Шрила Гурудева. Okay, Jai Shri Didi, can you speak something? After. Потом Jai Shri будет. And Tungavita Didi? Tungavita Didi,
And there are so many Gurudev disciples. Так много учеников Гуру Тэна. Омагьяна Тиранга Шалака Чакшурун Вритам Янато Смаши Гуравей Намаха Гуравей Гору Чандрая Радика Дедалая Кришна Кришна Бхактая Тат Бхактая Намо Намаха Ванча Калпатрубеш Чакри Пасинду Пеева Чапатита Нам Павана Пьё Вайшна Вайшна Намо Намаха. На самом деле, такой бесполезный и никчемный ученик, как я, не может прославить такого возвышенного гуру, как наш возлюбленный Шрила Гурудев, но я попытаюсь это сделать. На самом деле о гуру можно судить по его ученикам. И посмотрите, какие у нас старшие ученики Шрилы Гурудева. Наш цветник. Они все возвышенные, Растика, вайшнавы. И Шрила Гурудев, он остается в их сердцах, он присутствует сейчас. И он приходит к нам через своих учеников, через своих близких учеников, через Шипат Бхактивинода Шридхара Махараджа, через остальных проповедников, которые милостливо приезжают к нам. И Шрила Гурудев продолжает наставлять и поддерживать нас через них, через их сердца. И Шрила Гурудев... Я могу опять рассказать, как я встретил Гуруда. Все, наверное, знают эту историю. На самом деле, в глазах Гурудева отмечают очень многие его ученики. Они одновременно для учеников они были и карой, и очень ласковыми. Потому что Гурудев, когда встречаешься взглядом с Гурудевом, ты понимаешь, что Гурудев сканирует тебя полностью насквозь, и он знает про тебя все, даже то, что ты не знаешь. И в Одесском фестивале 2008 года я пошел за Пушпанджали, за Пушпой, в тот корпус, где остановился Гурудев. Мне надо было на четвертый этаж, а Гурудев был на втором этаже. И на следующий день я должен был получать инициацию. Я шел с этой пушкой в руках, я спускался, была уже ночь, поздно, я ошибся пролетом. Я думал, что я выхожу на улицу, а я зашел в холл второго этажа, и там никого не было, и был только Шрила Гурудев, и он повторял махамантру на своих четках. И когда он посмотрел на меня, когда первый раз я увидел Раджанат Прабу, и Мадхава Махараджа его вели под ручки, Гурудев изображал, что он такой не может ходить, что он очень устал, и я подумал, ну да, такой старый, пожилой, почтенный индийский джентльмен, ну да, ну Гурудев, ну что, я уже 2 года ему пранам мантру читаю, ну хорошо, че, куда зеваться-то уже. И через некоторое время Гурудев даровал мне вот этот свой даршан, когда он просто посмотрел на меня. Мне захотелось испариться, раствориться, провалиться сквозь землю. Что угодно, но главное, чтобы больше не испытывать того чувства, что все мое черное сердце знаю я, Рада Кришна, и еще вот эта личность, которую несколько дней назад я считал просто пожилым дедушкой, индийским дедушкой. И Гурудев, я не знал, я просто стоял, дрожал, я не знаю, как я выглядел, очень, наверное, глупо. Я положил эти лепестки, которые предназначались Гурудеву, но уже на завтра, как при инициации, я положил к его стопам и быстро убежал оттуда. И Гурудев, он настолько милостлив, Гурудев дает нам все. Где мы были бы сейчас, где был я, и где? Я бы не знал таких прекрасных личностей, как вы. И на самом деле садгуру, как сказал Махарадж, к садгуру приходят необычные личности. И я вижу, что каждый мой старший брат и каждая моя старшая сестра, они настолько уникальны, они настолько необычны, и они достойны почитания, уважения, что на самом деле я не могу дать каждому из вас, но... Я думаю, что если мы постараемся, то мы станем когда-нибудь достойными учениками Шрилы Гурудева, и когда нас встретят и будут судить
Твоего ученика, то мы будем достойными, чтобы по нам судили о нашем гуру. Ну, все, что я могу сказать. Рай Грачанрая Радика, это Далая Кришна, Кришна Бхактая, это Бхактая Намана Маха. Агьяна Тибрандасия Гинанджана Шалакая Чакшир Унмитамина Тасмай Шри Гуравей Намаха Ванча Галпатрапишча Крипаха Синдубьевача Патитанаму Паванепьо Вайшнапьо Намо Намаха. Прежде всего я предлагаю свои бесчисленные поклоны своему Шиле Гурудеву Овишнапата Штотра Шата Шишимат Бхактивиданта Нарайанга Самахараджу, также всей Рупанунгу Годи Гурварги, всем Вайшнавам прошлого, настоящего, будущего, всем собравшись при этом здесь, Шпат Шитар Махараджа, Шпат Кришнас Прабху, Нагридди тоже. Шпат Махарадж попросил и дал возможность прославить нашего Шрилу Гурудеву. Уже очень много мы говорили здесь и в Петербурге о нашем Шрилу Гурудеве. Прежде всего, я хотел отметить, как Шрила Гурудев на собственном примере показал, как необходимо служить своему гуру. Успех своей проповеди, своей садан проповеди, он объяснял тем, что он просто смог удовлетворить, в свою очередь, своего духовного учителя, Вишнупата Шота Шата Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. И особенно Шрила Гурудев говорит, что когда он жил в Мадхи, один из брахмачари, Ананга Мохан Брахмачари, он заболел туберкулезом. Тогда это была очень тяжелая болезнь, то есть практически не было возможности вылечиться. И тогда сам Шрила Парама Гурудев, он ухаживал за ним. И тогда наш Шрила Гурудев, он вызвался заботиться о этом брахмачари. То есть это был очень преданный Парама Гурудев брахмачари, очень хороший севак. И Гурудев вызвался заботиться о нем для того, чтобы Парама Гурудев смог продолжить свою проповедь. То есть он проповедовал по Индии. И тогда Парама Гурудев передал это брахмачари на заботу нашего Шрила Гурудева. Они поехали в госпиталь. И в процессе того, как Шрила Гурудев заботился о нем, он также сам заболел туберкулезом. И в итоге, несмотря на все усилия, не удалось сохранить жизнь Ананга Мохан Брахмачари. Он покинул этот мир, ушел в Нитилилу. И когда эта новость дошла до Шрила Парама Гурудева, он очень горько зарыдал. И Гурудев отправил ему телеграмму, содержащую, что ты передал мне сокровище, которое я не смог сохранить. И таким образом Шрила Гурудев, он также заболел, но ввиду того, что это были начальные стадии, ему удалось вылечиться. То есть Парама Гурудев позаботился о нем. И Гурудев говорит на этой истории, что именно вот эта сева, гуру сева, позволила ему стойко добиться на пути преданного служения. То есть его проповедь была настолько успешной. То есть Гурудев и вся Рупануга Годи Гуру Варга, она показывает своим примером, как мы можем достичь Гуру Ништхи и развиваться на пути Кришна Бхакти. Хотел также отметить некоторые особенности нашего Шрилы Гурудева, которые я также слушал, когда от Шипад Шитар Махараджа. Он очень хорошо рассказывал, как наш Шрила Гурудев, он воспитывал своих брахмачари. То есть когда в свое время в Мадхуре, в Кешаваджагауде Мадхи, Шрила Гурудев давал катху катха была 5 раз в день примерно. То есть сейчас мы еле-еле выдерживаем 2 раза,
Но тогда было 5 раз. То есть начиная буквально сразу же после Мангаларати и до позднего вечера. То есть, ну, естественно, с перерывами на служение и на киртан, на прасад. И последний катха, то есть 4 раза Шрила Гурудев давал катху, и 5 раз он поднимал брахмачари. То есть все брахмачари, они постоянно были в таком тренинге. И, разумеется, кто с ним находился и кто выдержал этот тренинг, это сейчас наши старшие наставники, это самые выдающиеся ученики нашего Шрила Гурудева. И это наша, вот этот цветник, как говорили преданные, эти наши старшие наставники, они очень выдающиеся, то есть весь Гауди Вайшнавский мир современный знает, насколько сильны наши проповедники, то есть ученики Шрила Бхактивинода Нараяны Махараджа. То есть насколько хорошо и глубоко Гурудев вложил в них все, цитату Сиддханту, также расу. И также одна из особенностей нашего Шрила Гурудева, когда он жил в Матхури, Шрила Парама Гурудев, во-первых, он это место выбрал неспроста, очень стратегически, то есть очень много моментов, почему именно в Матхури был храм впервые во Врадже Манда, во Врадже. Тогда все саду, которые в основном жили, ну, многие саду жили в Наладвипе, ученики Бхактистан Сарасвати, они когда приезжали на Парикраму во Врадж, они в первую очередь приезжали на железнодорожный вокзал в Матхуру. И, естественно, им надо было где-то остановиться. И единственное место это было Матх Парам Гурудев, то есть где находился Шрила Гурудев. И они естественным образом шли туда, то есть, чтобы отдохнуть, принять прасад. И Гурудев служил им, то есть он фактически служил очень многим ученикам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, чем тоже получил их благословение и милость. И наш Шрила Гурудев, он всячески помогал ученикам своих духовных братьев, духовных наставников. Этому яркий пример ученики Шрилы Бхактивиданта Свами Махараджа. То есть после того, как Шрила Прабхупада Свами Махарадж ушел из этого мира, вошел в Нитилилу, он дал наставление своим ученикам, чтобы, если какие-то будут проблемы у вас, вы можете обращаться к Шрила Нараяне Махараджу, что они и делали многие годы, и Шрила Гурудев всячески их поддерживал, то есть питал их бхакти, и мы видим, насколько была успешна проповедь ИСКОН в эти 80-е, 90-е годы, то есть это силу им давал в том числе и наш Шрила Гурудев, очень глубокие наставления. Также к нему приходили ученики Шрила Бхакти Прамодапури Махараджа, так как наш Шипад Махарадж, Шрила Бхакти Шрила Бхактисиддханта Махараджа и многие другие. То есть это очень тоже одна особенность, что Гурудев поддерживал и помогал всех своих, всю семью, вот эту, всю семью Бхактивинода Дхара, то есть семью Шрила Бхактивинода Такура. И причем он не замещал их Гурудева, а он усиливал их веру в своего собственного гуру. То есть, общаясь с Шрилой Гурудевом, ученики Бхактивиданта Свами Махараджа, они еще больше усиливали свою веру в своего гуру Махараджа. То есть, соответственно, каждый он усиливал веру ученика в своего гуру Махараджа. Hare Krishna. Vanji Kalpatar Bishak Pasi Nubir. Shama Pasi Nubir. Hare Krishna. Hare Krishna. Any Gurudev, who the disciple of? You are behind? Gurudev disciple? Jashri. Jashri. Поднимите руки ученики Шрилы Гурудева. Махарадж, 60-й.
Помогать стараюсь. Смешно, когда плохо. Ванчика, у которого я вчера крепость.